ангелы! Дениса, давай, Зая! Это называется автофутбол. Мы любим отдыхать за любой кипиш, кроме голодовки. Основная задача – это победить, забить мяч в ворота. Здесь же камера, она летит вообще непредсказуемо. Вот. И ударяясь об землю, она тоже меняет траекторию. Все, кто нам здесь попадается на пути, мы стараемся их просто разносить в щепки. За нога его! Мочи, мочи! Врага настоящий, можно потрогать. Драйв, адреналин, куча мала, пять ног в одной покрышке. Просто бесподобно, я давно такого не испытывал. Правила игры такие же, как в футболе. Только единственная разница, вот автомобилями в конце концов пенальти идет. Так, все, you are ready, my friend! У нас все здравые люди здесь, нормальные все, кто пришел отдохнуть просто в выходной день. Мы предлагаем внести данный вид спорта в Олимпийские игры. И мне кажется, что этот вид спорта, он просто разбавит все традиционные виды.